New smokers! Stop it! For those of you who are still confused, if you can get a breathing tube around a U-bend of a toilet, you have an unlimited air supply. Simple physics, worth remembering. В этой проверке я хочу ответить сразу на два вопроса. Во-первых, работает ли то, о чем нам говорили в фильме? Кто проживает на Ниагара? А во-вторых, сколько вы так сможете дышать? Продержитесь ли вы до прихода помощи? Ну, умер и умер. Ну и в-третьих, насколько это в прямом смысле этого слова дерьмовый лайфхак? Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Давай. В принципе, вот такая вот ситуация. В первую очередь вам надо найти шланг от душа. Так, душ. Так, вот это. Дима, там пожар! Вот такая вот ситуация. Вы спокойненько откручиваете сам душ, оставляете только шланг, который вы проталкиваете в туалет. Беси! Мать, как это сложно сделать. А он не проталкивается. Ну вот я, походу, и сдох, пацаны. Потому что не проталкивается совершенно. Нет, там воздуха нет. Блять, ну тут толчок модный, может, на другом попробуем? Ну что, мы пришли к другому толчку, стандартному, и попробуем проделать тот же самый трюк. Ох уж это приятная работа блогера. Слушай, он себя просовывается. Все, я уперся. Ну что, момент истины. Сейчас надо продуть сначала. Очень вкусный коктейль. Ну что, погнали. Фу. Ну, ребята, я дышу через толчок. Никогда не думал, что я буду этому радоваться, но я реально дышу через толчок. Ну что, этот метод действительно работает на 100%. Но, честно говоря, через этот шланг немного тяжеловато дышать. И сейчас мы посмотрим, сколько времени я смогу продержаться в таком состоянии. Сейчас мы будем имитировать настоящий пожар. Мы заполним эту комнату дымом. Единственное, что мне будет оставаться, это дышать через туалет. Надеюсь, помощь придет достаточно скоро. Стрёмно, пиздец! Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Пожарная тревога. Дышать вообще невозможно, ребят. Сечение шланга очень маленькое, и через него прям сложно забирать в легкий кислород. Давай, делай! Спасите! Да, хорош, я не умер. Ребят, благодаря этому лайфхаку я выжил в пожаре, и мы ему ставим большой жирный плюс.